Со временем, покупая струбцины для разных задач, их накопилось энное количество. И места для них в моей мастерской как такового нету. И в этом видео я хочу с вами вместе сделать полку, кронштейн, как назвать, под эти струбцины. Струбцины разного вида, разной длины. Трубная струбцина, очень удобная трубная струбцина. Фитовские струбцины, которые позволяют работать одной рукой, зажимать одной рукой, то есть удобно. В сравнении вот с этими струбцинами, надо две руки постоянно с этой струбциной, то есть неудобно. Но речь не об этом, речь пойдет о полке. Для этого нам понадобится три дощечки, две шириной 5 сантиметров и одна 10 сантиметров. То есть мы сделаем P-образную полку. В верхней части мы сделаем отверстие под струбцины, вставались. В нижней части мы сделаем пазы, чтобы струбцина входила в паз и не качалась, стояла ровно под 90 градусов. Ну, вот так, начнем размечать, сверлить, собирать.
Это будет выглядеть так. Вот эти простые струбцины, они будут вот так. А вот эти струбцины, они будут между ними крепиться вот здесь. Ну, повесим это на стену, и будет наглядно видно все. Ну вот, наш ежик высох. Разбирать начнем. И крепить на стену. Вот до этого именно вот так вот эти струбцины все и валялись. Одна там, другая здесь. Теперь, я думаю, мы сделаем все красиво. На этом изготовление полки заканчиваем. Подписывайтесь на канал. Кому есть что добавить, пишите в комментариях. Ставьте лайки, дизлайки, особенно дизлайки, кому это видео не понравилось. На этом до свидания, до встречи.